Друзья, всем добрый день. Увидев название к этому ролику, вы все подумали, что в Турции с погодой творится что-то невероятное. На самом деле это всего лишь обычный дождь. На улице тепло, никого никуда не уносит. Правда, на море сегодня шторм и высокие волны. Поэтому, чтобы день не пропадал зря, мы решили взять экскурсию. Она называется «Аланья 7 в одном». Нас возили по очень живописным местам. И вот в дождь вообще все это смотрелось, можно сказать, эпично. Природа заиграла новыми красками. Как это происходило, смотрите сами. К слову, на следующий день дождя как будто и не бывало. Воцарилась жара, мы все купались в море. Погода была просто отличная. Мы даже умудрились обгореть на солнце. Поэтому не надо бояться дождя. К тому же сейчас очень такие хорошие цены на туры. Смело покупайте туры в Турцию. Let's go. Первая остановка. Из-за дождя решили остановку сделать, гиды, на вот этом кафе-пикнике, чтобы переждать. Это наша первая остановка. Вот это водопад, такой красивый. Горная речка. Отсюда берет начало водопад. Это фрукт мушмула. Вторая остановка. Нас привезли в горы, где на протяжении многих лет одна семья выращивает фруктовые сады. Вот это то, что на столе, это все в основном с их собственного сада. Все, что у них растет, они вот угощают. Что такое? Туркиш виагра? Валерий, чуть-чуть покоится. Шутишь? Нет, что такое? Вот эти сады принадлежат все одной семье. Шелковица, мушмула растет. Вот мушмула. Вот вис. Маракуя. Маракуя? Третья остановка, пещера. Третья остановка, такая вот обзорная площадка. Здесь будет пещера. Смотрите, какая красота. Какая лестница? Крутая лестница вот здесь. Осторожно, осторожно. Ты видишь, мы будем уже на Знаешь, как прямой бы сейчас... Мы очень устали спускаться и подниматься по лестницам. Потом у меня на телефоне показалось, что как будто мы прошли около 50 этажей. И в конце стало немного не хватать воздуха. Пещера называется Дим Магараси Каверн, 1999. Это фото или видео? Видео? Вот посмотрели горное место, столько красивых мест вокруг. Пещера классная. Четвертая остановка, уже обед на реке Димчай. На реке Димчай много таких кафе, которые называются пикник. Обычно здесь бассейн, кухня хорошая.
Здесь вот более 30 кафе, мы были в одном из них, и вот по случайности мы именно в это же кафе приехали. Смотрите над горами, пелена какая повисла. Мы были именно в этом кафе в 2021 году. Вот эта горная речка Димчай, сейчас вода поднялась, начало сезона. Они вот от дождя так сложили пуфики. Вот здесь, когда жарко, здесь все сидят, можно купаться, вода такая холодная, бодрящая, жару не ощущается. У нас уже начался обед. Куриное филе на гриле, булгур и овощи. На выбор курица или вот рыба, форель. Вот эта гора называется Тора. И наша последняя остановка. Это панорамная площадка, терраса. Она должна была быть первой, но из-за дождя мы не смогли, потому что здесь крутая дорога. На тормозах надо сюда проходить. Смотрите, какой офигенный вид на город. Панорамная площадка. Сейчас общую фотографию сделаем, прыгаем. Конечно, да, все вместе прыгаем. Смотрите, Аланья вся как на ладони. Вот это гора Клеопатра, Марина Порт. И вот так она вдоль берега простирается вот уже дальше. Район Оба, где наш отель. И вот внизу все это дома. Внизу еще одна башня, видите, называется Кызыл-Кулес, периода Красная башня. Это оборонительная система порта на восьмиугольной 30 метров, высотой пятиэтажная. Там сейчас 2000 людей для обороны порта. А с правой стороны старый порт, с левой стороны новый порт. Возле старого порта есть маленький маяк, его подобрели в 18 веке городу Алании. А новый порт был построен в 1948 году. И на этой горе есть еще 4 пещеры. Внизу есть пещера Далматаж, там 70% воздуха влажный и соленый. Там хорошо слонит всем, кто есть бронхит и астма. Да, там этаж находится. Возле пляжа Клеопатра.